1692 году в колонии Ипсвич 5 семей, обладавших сверхъестественной силой, заключили обет молчания. Одна из семей, желавшая получить больше других, была изгнана. Этот род исчез без следа, чтобы вернуться в наше время. Они едут к скалам. Они хотят их перескочить. Там же тысячи футов. Ух ты! Там встреча, Лаки! Sony Pictures Entertainment Company. От режиссера «Крепкого орешка» Ренни Харлина. Они здесь. Кто они? Я ничего о них не знаю, но собираюсь узнать. Сара это... Кэлеб Денверс. Красавчик. Они унаследовали тайный дар. Давай, Кэлеб, мы от этого не умрем. Да. Дающий им огромную власть над миром. Ты погляди! Но этот зловещий секрет... Что это? История семьи Кэлеба. Я бы поостереглась. Нельзя было разглашать. Что это за обет? Скажи правду. Представь, что ты можешь все, чего не захочешь. Но чем больше ты применяешь эту силу, тем больше слабеешь. Настал день. И вернулся член пятой семьи. Знаком с Чейзом? Привет. Привет. Он у нас новенький? Свершить отмщение. Меня не одолеешь. Еще посмотрим. И расторгнуть обет. Что-то не так. Я чувствую. Мне страшно. Не бойся. Мое дело защищать тебя. Кто там? Эй? Зря ты впутал ее в это. Твоя сила ничтожна по сравнению с его мощью. В сентябре. Что происходит? Чтобы спасти будущее. Не бойся. Скоро кончится. Они должны сразиться с прошлым. Что тебе нужно? Твою силу. Он использует ее против всех нас. Ты мертв. Сделка с дьяволом. Мировая премьера 7 сентября.